полезно, и бюджет экономит. Да, на самом деле мы сейчас собираемся за покупками. Хотите посмотреть, какая у нас погода в марте месяце, да? У нас лужи. Люди с зонтиками идут. И на улице плюсовая температура, по-моему, да? Плюс один. Мы тут обходим краями. Вот ручьи. Зима! Холода! Одинокие дома! Это местный клуб какой-то. Мы идем в цирк, причем здесь нигде не протоптаны тропинки, ну вот здесь мы увидели уже потом, а так мы оттуда шли не по тропинке. Приехал местный цирк какой-то, и мы идем покупать билеты. Слышите, как орёт музыка какая-то? Радио. Сейчас вам покажу прикольное пиво. Никому ничего не напоминает. И здесь все написано правильно. А вот есть крыница. Крыница. И русская, и украинская. Покупки. Взяли вот такие вот гнезда попробовать приготовить. Так, потом молоко, кефир, кашу вот такую взяли. Нам нравится йогурт с вишней и обычный обезжиренный. Чудо питьевое. Вот так, сухарики и чипсы. Еще сухарики. Такие вот сыр, семечки, сметанку вкуснотеево. И взяли детям вот такие вот желешки вишней. Это ананас у нас и персик, или что там, да, с персиком. Вот такие вот штуки берем, им часто, им нравится. Так, взяли еще вот такой вот. Это шпроты. И куча-куча у нас конфет. Баунти. Потом вот такие вот прикольные коровки. Только они такие мягкие-мягкие. Прям вообще. Как желейные. Такие конфеты взяли. Как это называется? Волжские какие-то конфеты. Потом киткат. Нуга, по-моему, это. Маслины. Две вот такие вот разные попробовать. Люблю больше без косточек. Потом оливки взяли. Взяли сок. Кучу бананов. И грейпфрут. Апельсины. Взяли вот такие вот грибы. Будем готовить сейчас. А потом взяли рыбу минтай и нева, негад, что-то как-то так называется, хлеб, колбаса, сосиски, рыбу взяли такую вот, это семга или что-то такое. Это, в общем, к мясу. Взяли замороженные для смузи фрукты. Это мы на подарок бабушке взяли коробку конфет. Мы еще не знаем, будем дарить или нет. И с чем. В общем, пока еще не знаем. И взяли семечки такие. Вот такие конфеты взяли. Это что-то тоже коробка какая-то новая. Не знаю, я такой не видела, по крайней мере. Яблоки, мандарины. Мандарины там все такие ужасные были. Мы, кстати, в Атаке это все покупали. И мы решили много не брать. И еще вот такую вот заправку сестра часто берет для борща. Потом всякие приправы такие взяли.
для рыбы, для плова, зира какая-то, розмарин. В общем, да, мы недавно плов делали, и у нас вся приправа ушла. И здесь у нас опять километровый чек. Чтобы было видно, на 6500. И да, забыла показать вот артиллерию. Когда вышли из атака, в общем, сумок у нас было очень много. И, соответственно, мы решили взять такси. Там обычно таксисты стоят уже. И подошли к такси. Обычно как? Ну, таксисты выходят, открывают багажник, там помогают загрузить все. Этот таксист сидел, даже не подал виду, мы идем к нему, мы стали возле его машины, соответственно, вообще не шелохнулся, не пернул, там, не дыхнул, вообще не подает признаков жизни. В итоге, пока мы не подошли вплотную к двери, спросили у него, откроют нам багажник, хотя бы просто откроют, не руками там подойти нам его открыть, а просто откроют. В общем, он нам ничего не помог абсолютно, он даже не шелохнулся. Тут, понимаете, тут клиенты сами идут, а мы сидим на жопе ровно, и даже просто выйти, открыть багажник, помочь там погрузить какие-то сумки, потому что у нас по 3-4 пакета было. Вообще, зачем? Зачем? Я не понимаю, люди какие-то странные. А еще потом мы жалуемся, почему такие люди злые вокруг. Вот что у нас получилось. Рыбу мы приправы посыпали, добавили картошку туда. Будем делать оливковое масло. Ну да, оливковое масло и будем делать в духовке. Так, еще высыпала грибы, нарезала лук сюда. И будем открывать. Черные, зеленые оливки высыпали. Еще огурчики с помидорчиками. Сейчас будем доставать. Так, вот это по кусочку у нас какая рыбка? Нога какая-то, я не знаю, что это. Да, чинога, чинога. А вот это вот у нас, это минтай. Минтай. Вот, сейчас мы попробуем, как оно у нас. Ужасы. Куча конфет и пиво. Воложские зори. Так себе. Мне не очень нравятся такие. Что у нас тут еще? Вот такая вот конфеты коровка Ронни. Именно Ронни называются. Они желейные идут. Вот такая вот она мягкая. Желейная для детей самое то. И вот такую я попробовала. Тоже какая-то коровка, буренка, любовь, премиум, сливки. В общем, коровка сливки тоже мне очень понравилась. Такая внутри с начинкой, с каким-то таким молочным чем-то и в шоколаде. И вот эта вот пастила тоже очень вкусная, с чаем, вообще обалдеть. В общем, фигуре конец.